сегодня 5 проектов мы рассматриваем и рассматриваем вопрос утверждения плана перспективного развития экономической зоны Алабуга в новой редакции. Мы понимаем, что зона это один из основных развитий Матана. С учетом новых задач мы считаем, что особая зона Алабуга, она не только должна замыкаться периметрами особой зоны, она будет заниматься и тепло, и водоснабжением резидентов, и в то же время вопрос создания комфортных условий, в том числе Елабы, где это тоже зона ответственности особой экономической зоны. Также мы рассматриваем привлечение команды особой экономической зоны на новые площадки. Это интермодальный логистический центр, который в Свияжске. Есть интересный проект, который мы можем реализовать в Нижнекамске. Эти проекты тоже они являются очень перспективными. Это российские проекты. Общий объем инвестиций свыше 5 миллиардов рублей. Все проекты так или иначе связаны с нефтехимическим сырьем, производимым в Республике Татарстан, что позволит создавать добавленную стоимость на территории республики и в дальнейшем развивать переработку нефтехимических процессов. Это подчеркивает то, что даже в непростые времена глобальной, значит, по крайней мере, российской рецессии, особая экономическая зона Алабуга является привлекательным местом для новых производств. Компании выбирают именно особую экономическую зону, потому что у нас есть готовая реальная инфраструктура и профессиональная поддержка со стороны субъекта. Ну а под управление особой зоной попадает еще несколько ряд объектов. Что это подразумевает? Какие дальнейшие действия? Я думаю, это развитие инфраструктуры. Мы как бы развиваем эту структуру и будем продолжать это делать в соответствии с решением наших акционеров. А мощности ТЭЦ, которые вы включаете, она вообще способна обеспечить энергией те объекты резидентов? Да, вот сегодня мы утвердили перспективный план развития, который как раз предусматривает то, что мы обеспечиваем инфраструктуру резидентов, как это всегда и делали, вот чуть-чуть некоторые корректировки внутри самой стратегии развития.